начальник какой-то приехать. Места ему мало. Интересные, веселые моменты можно будет увидеть в этом видео. Сегодня мы бежали в гору с палками целый час по ущелью. До такси доехать решили. Вы не халтурьте, надо бежать вам, а вы 20, на такси. 20 километров? Это вы специально сели в машину и там скажете: о, я прибежал. Да? Скажешь, я прибежал, все, первый прибежал. Сейчас отдам. Ну и вот все последние по Верхошанскому, все Луянов, значит, они последние публикации, что вот такие леса субмаксимальные, около максимальные, с повторением достаточным, легким, до 10 раз, значит, они дают возможность аэробной работе хорошо развиваться, скоросиловой, а вот это, которое запредельный вес, значит, чреват травмы, это разные гипертрофии мышц, которые ничего, ни к чему не приводят, понимаешь? Угу. Ни к чему хорошему. Понятно. Сейчас будем тренироваться по методике Валерия Степановича Загарова. Динамику будет включать.
Ну как? Тяжело. Потом нифига не бежал на эту. Здорово. Здорово. Бездельники, короче. Встречаю победителей. Это Игорь Фофанов. Андрей Николаевич. Бог помощи, джентльмен. Максим Варенков. Сними меня еще раз. Вот 50. Найк. Пикас 31. Совершаются великие дела. Ну еще нормальный. После волейбола. Победы. Хвалится сейчас. Хвалится. Так он без головы делает, не смотрит даже. Это Геракл. Геракла запустили на штаб. Простым людям. Ну куда я попробую или что? Коуч Олегович, тренер по силовой подготовке. До конца надо, чтобы полка не касалась. Руки не достают до пола. Достают, вот так достают. Так просто я почувствовал, вот когда вот достаешь руками, снова ее вставляет жестко. Умер. Видишь, умер. Кто он? Здравствуйте. Еще раз. Вообще руки вырубают. У нас сегодня восстановительные процедуры. После тяжелого цикла. Нерять источники в коллизии. Вот так-то все цивильно за 180 рублей. Самый горячий здесь. Не-не-не. А так у меня ноги жгет. Я сижу. Так я-то сгорел, смотрите. Ну что, я сижу. Я и икры сегодня сгорели. Передайте привет подписчикам. Привет, кому сказать? Подписчикам. Привет всем спортсменам Ленинской области. Всех. Все, спасибо. Это пацан только что вышел из барбершопа. Ну-ка, оп. Оп. Все, готово. Толстячок Юрка. Че сказать? Че сказать? Кабачек Юрий. Все нормально, 6 килограмм сброшено. За 10 дней. Осталось еще сколько? Осталось еще 4. Ну, все понятно. Заплыв посвящается киргизскому сбору. Сидели с горячей водой, сейчас попробуем холодненькую. С мэром Мансуровичем. Подготовка к конжаку, мэр Мансурович, да? Ну-ка. Вода попадает, я попрыгнулся. Побежал. Пойдешь? Давай. Да. Сегодня последний тренировочный день. Длительный поход 8 часов. Планирую дойти до ледника. Это 23 километра в горы. Два часа поднялся на 2500. Фу. Здесь уже совсем другая природа. Высота уже 3400. Иду по ущелью между двух скал. Вот конечная точка маршрута. Высота 3600.